the rain. I'm standing in. Would it catch my fall when I'm stunned by land? Who takes the blame for this mess we're in? Tell me what to think. Tell me anything. Tell me what to think. Tell me anything. Set off the shore. Привет, друзья! Выехал сегодня покататься. Скажу, что сегодня 2 февраля. Погода при этом как минимум апрель. Очень тепло. Сейчас где-то 11 часов. Уже так градусов, наверное, 10 тепла есть. Сегодня вообще около 15 обещали. Кроме того, у меня сегодня выходной. Грех было этим не воспользоваться и не выехать покататься. Вот, сегодня у меня лайт покатушки. Скажу, во-первых, что я привыкаю к ботинкам. Ботинки форма Therion MX, кроссовая серия. Вот, ну сегодня третий раз я в них выезжаю, уже намного лучше. Первый раз, конечно, было ужасно, то есть совершенно не чувствовал ничего. Педали, вернее, эти самые скоростя переключал в воздухе, то есть не чувствовал лапки. Ощущение, что в воздухе ногой шевелишь просто, да и все. Вот второй момент, это мои слики. Хорошо видно, то есть они... Конечно, какой-то протектор имеет, но 70% все-таки для асфальта рассчитано. Моментально обмыливаются, то есть по грязи ехать совершенно невозможно. Первое, что я буду покупать, одно из первых, это кроссовую резину сюда. Вот, кроме того, были какие-то вибрации непонятные на мотоцикле. Обнаружил, что потерял один из болтов крепления двигателя. Не знаю, видно, нет. Вибрации такие конкретные при езде. Я думаю, никуда он не денется, немножко покатаюсь. Потому что далеко, я чувствую, сегодня ехать не смогу. Хотел здесь подняться, здесь, то есть, трава какая-то непонятная. Но без защиты ручек кусты нажимают на рычаги. И плюс кусты колючие довольно-таки, с колючками. Вот, блядь, за черепаху, ну, в общем, проехать я прорвал здесь не смог. Там дорогу наверх перекопали, сейчас поеду, еще по одной посмотрю. Ну, что, мы не на эндуро, что ли, сейчас будем прорываться наверх. Насколько позволит мое умение, резина. Ну, техника, я думаю, никуда не денется. I'm
такая вот хрень. Под лапку тормоза трава набивается. И тормоз заклинивает. Обычно делают его сверху. Над подножкой. Ну, у китайцев все по-своему. Еще такой момент. Я пришел к выводу, что поворотники на эндуро мотоцикле это зло. Такая завода, а вообще здесь стоят вот так, торчат. Я, как видите, отрезал ножку, перенес сюда. На один хрен умудрился оторвать. Мораль? Тогда они нахрен не нужны. Если это зачем?